Локи. Че, пульнуть что ли нам? Блять, я вообще-то танков жду всегда. Я один раз так пульнул, там пол рейда охуело. Танки должны поменять, да. Там Вагоника, вагон. Меня сбросил. ГП ему. Я словил, но давайте осторожно. Лол. Даже не хочу бить. Дал СВ. Отдал диван. Какой в пизду диван? А что происходит? Как еще два пака зацепили? Там с одной стороны Пета отлетел в трэш, а с другой стороны я не видела. Это тоже Конник, а ты Пет или? Ёбаный, все. Вагоны чистишь здесь? Ну я приеду. Не, Матиола, вон живая. А как тот топак прибежал, вон тот возле босса, который стоит, и вообще хуй знает. Я отлетел не в сторону босса. Вот возле босса, говорю, отлетел Пета туда, питомец, собака чья-то. Я, кстати, первый раз вижу, что собака так лагает. Тяните время. Ну и все. Мы, конечно, вайпнулись не из-за тех мобов, но ладно. Вот из-за левого пака, куда сейчас луч идет, зеленый. Нет, мы вайпнулись от того, что загрели сразу двоих с перезаряд. И танк всех убил. Пету БП не так. Тут другие мобы, они не с перезарядкой. Вот именно, а именно справа вот те вот. Окей, ладно, чей Пет был? Волк чей-то, не знаю. Серенький такой, светленький. Волк или собака локовская? Собака. В смысле, нет, это не локовская, это хантовский был волк, именно серенький такой свет. Да, ребят, на трэше вообще кто там с петами гоняет, если вы не б. Нахуя вы петов не отправляете, они постоянно руины. Чей пет был? Озер или соль? У кого волк, ребят? С волками все ходят ханты, по-моему, вам. Если ханты не могут ничего сказать, значит, дроны. Кстати, а как избежать шота танка, ну вот на этом касте перезарядка или чем там, чем шот? Куча, да, продается. Вон монород, который танчит моба, он дает бирсу мобу. Из-за этого вайп. Кузнеца надо либо контролить, но в лягушке он все равно кастует. А танк. Пожалуйста, добивай.
То есть, если он будет не в берсе, он танка не шотнет, правильно? Да. На народ там пишет, еще... Значит, я что-то недопонимаю. Не, просто я не понимаю, иногда как-то не очень прошибает, иногда он кого-то шотнул. Да, двум хантам приходит. Если танк прожмется, то его не убьет. Но прожимки не вечно, их не хватает. Там еще какой-то дебаф вешается или что? Монород. Войт, я ближнего. Угу. Тогда да, под прожимкой без. Стойте, стойте, обратно, монород, вон там пак бьет. Ебать, вон пак сагрили, пошли. Кузнеца. Забирайте второго. Ты к танкам беги. Я пока затаунтил, но это не... Вот. Ну, если ненадолго. Тягушки он все равно кастует берсу, я пробовала. Я забыл, что вообще рефлект нажимает вот. Так-то на кузнеца можно корни, наверное, ада отпустить. А эти ады вообще агрятся, если боссу? Да. Сейчас, короче, кого-то ближний, мой дальний. Рефлект нажму. Смотрим. Ну, народ, если я сдохну, только заберешь. Так, не проблема. На, погнали. Кават. Ну-ка. Да, вообще изи про товар топ. Короче, это что, новость все. Группа, которая вам начинается в обычных видах, может полностью при условии, если вы бьете одного мелкого ада на второй базе в опыт страны. Все просто. Если вы что? Я прослушал, там что-то обычки. Говорю, все ГП, полученное за обычные риф. Раз? Если вы будет присутствовать. Без тебя ни хрена не слышно. Еще раз объясню. Все ГП, полученное в рейдах, обычный сложный. Можно будет снять в оке ХМ, если первого моба на второй фазе убьем. Это имеется в виду за шмот или за косяки? За косяки. Если второго убьем. Ебать. Ты вообще пиздец был. Еще минус 250. Усё, мы у босса. Так, вы у босса, короче, кому-то надо было плюс быстро. Кому босс нужен? Кому надо? Вагу в рейд надо, ему на офспек надо плечи. Рик, идёшь на замену. И дальше, кому ещё? Можно рыбу? Пока сумо нет, поем. Ничего, вот ты ж бреет. Кому еще? Все, больше никому не надо за. Мне не надо. Ты же говорил, у тебя покупатель, Лех. Так нить. Все, хорошо, я. Так нить. Мозер. Слобик. И я.
Я его засумонил уже. Ага. Парада выйдет. И Войд. И Войд с бдилкой постоите. Да ладно, на боссе, народ. А что, мне не фурики, что ли? Нет, ты побудешь в протоваре, бдилку поперекинешь. Давай, Кирс. На меня не кидай. Сразу нахуй скину. Ты на тебя зачем мне кидать? Еще раз. Босс? Ты что, кого думаешь, я нуб какой-то или чё? Коват на обочину. Да, коват на обочину, коват. Так, мы чё, под босса сразу забегаем, где он да стоит? Да, меня бдил. Этот, ещё, да, босс будет танчиться там, где он стоит. Ещё один человек. Кто дохнет до 50% босса? До 50% босса ни один человек не... Сапроты не забываем. Вот обязательно. Магия, я вообще не представляю, как тут могут сдохнуть локи. А если умрешь с сапротом? До 50% босса срыва агро, именно срыва кто не дохнет. Если вы не сдохнете до 50% босса, дальше будет лет. Я распула максимум по боссу. Артем, можно? Дай проверку, если все. Поехали. Версно, те же утер. Пугу ГП. Он должен был.
зомби притворился. Долара, скинь нам сальву по фунде, подайте. Я не вижу у Кони, как КД на пулу. Что, не на пулу, а что? По КД на пулу. Вагон! Старайся лучше. Ну, вага на френзик можешь ебануть. Диван. Мы вдвоем с ним. Следующий. Он знает, по кому ебануть, если чё, да, вага? Да тебя там вообще нету. Ну, потому что я расколом скинул. Сальва есть. Вага, Фензик, 10 секунд отдам. Если что, в мишку и так. Фензик отдам. Монорота. Шат. Раздевалка не дамажит. Бля, дайте по Долорусу что-нибудь, пожалуйста. Что-то еще далеко. Боб ему. Диван в него киньте. Можно диван? Пепа, дай диван, молю, блядь! Да там до тебя еще дохуя. Нормально, уже почти убили. Там одна рука быстрее возьмёт. Я ДПС мерю, заебал. Сумма народ-то убивает, тогда это... Тогда... Нормально, не сдох. Кот танч. Хорош. Дал СВ нормально, не сдох, захиливайте. Бдилку нам. Изи. Ну почти. Да ну вас, блин, с вашей экзекуткой. Лапа упала, да? Да. Да, ханта упал. Кинешь ханту сразу. Ты голду у него взял? Да, я уже. Окей. Монород, я тебе с пула отдавал две сальвы. Еще и Боб дал под конец. Хотел ли 500 на числе? Это что, у тебя первый кусок? Наконец-то. Блин, чё адмирал с рекаунтом сделал? Почему ДЦ, блядь, 25 косарей, нахуй? Абсорба схил. А, ну вообще, блядь, 28. Так. Короче, рип обратно зайдёт. Кому-нибудь... Звездочёт нужен? Скажи, что не на этом коде.
да. Хантауна. Скада также 6 лямов насчитал. У нас нет для этого зы. Адмирал просто Т5 внес. Ну, скаду адмирал-то ничего не делал, по-моему. Короче, чтобы косы было получше сбивать, Редвар зайдешь. Да, адмирал сам говорил, что он там поднамутил что-то у ДЦшников. Не, сбивайте, сбагайте. Там пока трэш чистят, что у тебя минут 10 есть. Я у него спрашивал, он говорил, то, что все-таки багается. Он уже домой едет, у него спрашивает. Я тебе скинул скаду, со скадой он ничего не делал. Скада насчитала 6 лямов, рекаунт насчитал 6.04 ляма. По-любому он и туда запилил все. У меня нету скады. Я-то не пилил ничего в скаду его. У тебя с постороннего, да, сайт? Да. Вот. Мне крита до хрена просто, у меня все критует в основном, блин, даже больше, на 75%. Вот все, что насчитало у меня. Я ничего не качал у адмирала. У меня стандарт. Я тоже ничего не качал. Ну, ты без Т5 считает это, правильно? Да, стандарт. Ага. Ну, логично. Блин, раздевалка. Я, короче, что понял, у тебя беспонтовый тотем в соло таргет абсолютно. А, Эльбл, ты 78-й же, да? Что? Адмирал просто. Ты 78-й, говорится. Ну, я могу и 280 одеть, но эффективнее 278-й. Я не думал, что все настолько плохо будет, честно, раздевалка. Я просто вот посмотрел рекаунт до момента, пока ты не вылетел. Это вообще жесть. Не, ну я думаю, паладином 69-м, где больше половины шмота, нормаловского тоже нормально. У меня-то усилки на фул и 7 брюлей, поэтому цифры больше. Раздевайся. Кто там возле недалеко это? Аукционы. Радей, картоничный аукцион? Кто поворот? Да твинком, зайдите кто-нибудь, посмотрите. Да я по гримаре посмотрю сейчас. Я ворот не хочу посмотреть, сколько. А, окей. Ну, днем были по 5500, сейчас может быть и меньше. Ну, в среднем, короче, пятак. Где-то, если без аукциона продают, то есть покупают. В принципе, чтобы отдать одну шмотку, 15 долбит себе душу. Угу. Это только на следующий день после того, как вели. Самая дешевая 7400 стоит на аукционе. Начали скупать. Да. Через неделю вот они уже дешевле. Я вчера пришел с работы и взял сразу 5 штук по 5к. Кстати, Лёха, по поводу воронок, что теперь ты будешь собирать, да, эти воронки ГБ? В следующей неделе решу, точно. Петь кидал. Сначала на боешке, теперь на воронке. Я пришлю еще 6. Возможно, просто увеличу пару в ГБшке. Прибу 6 воронок в дар. Ты ж купил по 5. Так я это две шмунки апнул, а надо еще две. Смотри, до 2000 подешевеют там. Все. До 2000 подешевеют, можно себе там, я не знаю, на один и тот же спект, только с разными камнями уже собирать. Ну они точно подешевеют. Я так непросто и буду собирать. Вот тебе одна воронка. Вы этот рёшь там, не спешите прочистить, потому что у меня тут чубака идёт. Короче, за пятёру...
слабый ДПС у мага больше был. Поработаю почтой. Кислород, посмотри, пожалуйста, ПМ тебе там написали. Ой, тот? К сожалению. Френдик, это к пианисту. Да, Сева. Френдик говорит, что пингует. А это? Ну, я сегодня с утра пинговал тоже. Вот дефолтная проблема. ДПС 200. Верстите. Больше никто ничего не писал. Да-да, иди на это. Что ты там нахуй говорил 250? Я говорю, если хочешь выйти с рейда, типа, френди, можешь идти. 250 и мин. Против. Тут боешка. Толку на... Всё, подберу. Проходите дальше. Я все залутаю, все помню. 700 голды, боешка. Мелочи, приятно, почему нет? Ничего не говорю, просто цену сказал. Ну я посмотрел. А я просто ответила. Если не дешево. Готовьтесь. Там сама дешево. Геру даем, нет? Да. А я когда играл на другом сервере 100 лет назад, мы это называли расти. Фир дайте. Все орали растишку, растишку. Да не бейте своих, фир дайте. Кто нужен вообще? Кого мне создать? Полезный кто будет? Простите, Шелла. Понял, да, как откатил свой? Нормально. А вы говорите про товар бесполезный. Просто ты опять оденешь, будет бесполезно. Да. Каждый раз, когда шевы будешь нажимать, ты говоришь. Сделай себе макрос на прожимку. Нет, ты понимаешь, что, сука, без 4Т4 про товар в натуре говнище. Это называется... А чё, 4Т5 фигня, что ли? Никто не похвалит. 4Т5 он хорош, типа выживает хорошо, но сейвов. Я не знаю, я не пробовал, не надо попробовать. А попробую, вижу. Ну не пульте, дайте ресонанс такой, пожалуйста. Ну ШВ это реально, это такая имба. Я понимаю, спешим, но... Ты понимаешь, что КД на эту хуйню минута 45. У того же протопала 2 минуты. И там дается на 6 секунд. На 20%, а у протовара на 12 секунд на 30% с риска, понимаете? Эндик, свет? Что? Ударная волна, разве не имба? Круто, да? Такой имбище, да. Звание про товар. Бегаю в агримаре, чел подстегает и говорит, каково быть молдавцем. Чё говорит? Каково быть молдазаром. Стоим. А прикинь, ворон. Прикинь, я такой бегаю в агримаре, ко мне челик подбегает. Говорит, каково быть про товаром. Кстати, Малдазар, тебе привет передавал там один чел. А ну, ты... он правда с матами это говорит. С какой гильдии? Особ? Нет, уходя гасим всех.
А ник какой? Чё, фирка? Фирка. Дали, да? И что? Паутистан сейчас дам, смотри. А где он с ними пересекся, если они там PvP гильдии, по-моему, все при этом доначены? Они РБК ходят. Меня зовут Фич. PvP шмать? Нет. Они доначены также в ПВЕ. Молдазар уже в РБК кому-то наследил. У меня много хейтеров. Это все потому, что я собираю сам рейд. Алло, да. Мозер, циклон дали. Кирса? Кирс, ну ты думаешь, знаешь, кому спасибо сказать, да? Всем тебя тут ханты хотели ушатать. Привет. Здорово. Черный пиар, как говорится. Этот Мирал, короче, слухи дошли. Говорят, ты там свою эту петню крутил. На престол. Причем накрутил так, что там слишком, по-моему, много показывается. Я тебе больше скажу, блядь, а шаманов. Вот весь корень, который у нас есть, блядь, все шаманом уходит. То есть нет. Значит, ты сам она тоже накрутил. Я не знаю, как поправить, блядь. Только не линкуйте никуда. Тут порежут, нахуй. Корень — это пиздец какая имба, нахуй. Ну, получается, мало того, что корень каждому по 100 тысяч засчитывается. Каждому. То есть на 25 человек по 100, по 100, 150 обычно за босса. Это, блядь, 2,5 ляма еще плюсом от одной трини. Так он же должен одному, правильно, засчитываться, только кто первый накинул. А он накидывается, считая тому, на ком этот корень висит, он не привязан к персонажу. То есть если это маг, то и от мага и считается, что он кого-то хилит. Да, маг как будто хилит. Понял, хотите опустить хила, оденьте корень. Если я его делаю как прокающая хуйня, то он этот... полностью ведь все нахуй шамана выкидывает, абсолютно все хилы, и у шамана уходит. Поэтому там, я не качала свою скаду. А кстати, ты скаду менял или рекаунт? А когда я абсорб приписал пристан, он равномерно делится на всех. Я и это делал. А ты ДПС там никого, надеюсь, не приключил? Нет, ДПС я вообще не делал. Я не интересовалась хилом. Было интересно. А ДПС он и так считает. Абсорб ДК, абсорб впало, все на их местах. Нет, понимаешь, считать как бы он считает, но может это там где-нибудь в большую сторону, ну, на больше там. Нет, оно как-то, я не знаю, как правильно, оно именно трини, она не присчитывается. Я когда я записал, она... Все, трэш зачищен. Она просто... Манила. Она ее надо... видит как. Адмирал, короче, сделаешь мне рекаунт, сделаешь мне рекаунт. Кровоточки ларов, там вся эта дичь будет мне записываться на ретрик. Лёха будет линковать это на форуме. Так, чё по замену? Сейчас посмотрим. Кому босс нужен? Какой? Народ. Красивый. А за что? Народ ты в танке? На народ ты в танке. Кават тоже. Кават вместе с Анкилом на контроле побудешь, но народ танканет. И тогда это суманите еще адмирала. А что у нас ДК на замене делает? ДК доступ. Его с него. Нахрен он на замене нужен, если он доступа нет. Ага, потом... Полина в Лема, адмирал в ДЦ, Элбрил в холле при. Так. Кто дает ДПС меньше Полины, это 200. Кирс. Ты знаешь, что у нее 4 куска? И что? Ну, типа, Элем и неплохо дамажит, кстати.
Не видел, чтобы он перс был в первых позициях. Тем более там, где присутствует. А за два раза ты откуда знаешь, что у меня 4 куска? А я все знаю. Адмирал. Смотришь Редвара, передамаешь Редвара. Тогда вообще будет. Какой маг на контроле? Ну тут она передамажена. Знает все, пускай контролит. Он контролит вместе с Каватом. Кават страхуешь. Сайлен станет удобно. Разбитие коста. А на трэше с боссом по народ. Сейчас посмотрю, есть ли оно у меня. Есть. Ловите. Ну вот, значит, там тут еще место. Пока босса бьет, я пошел все. Ходил по линии с тобой сегодня на охоту. Ты там первым местом был по ДПС. Севен, Те, РЧФ и погнали. Гера, с полу будет. Лапу дайте. 25 секунд до Гера еще. Подожди, не пуль. Отъедаю ману. Кто на боссе? Монород или кого-то? Монород. Медведь. У тебя 4 Т5, да? Да. Кирс, дай отсчет. Вообще топовый пацан. Подапали маленько армса 4 Т5. Отбил. Крестик, уйди.
танк, встань. Антил. Разбить жрецу там. Алло, тут? Тут Полина гриба почти передамаживает. Чита, залейте первым. Это зачем пускай в контроле стоит? Тоже да, пусть стоит. Ангел? Жрец! Да нормально. Я... Мы с тобой вровень, Кирс, шли. Я выносила метку, и я отстала и догнать тебя уже не смогла. Нет, он сделал что-то бы еще более ужасное. Блин, ботинки топовые. Я-то думал, она даст там 30-ку, она там выдалась уж 15-ку. Элбрил, что там у тебя показывает? Полин, роль. Полин на 2 ляма? А, стравляю. Я сегодня ничего тебе меткая. Бесит. А это на кого тренер, можно уточнить? На кастера. Сука, сука. Это прочитал. Не лочек? Сапоги упорных написано, я прочитал сапоги упоротых, блять.
Че, никому не надо? Я бы забрал, если бы я там был. Топовые. Это топовые? Ну да. Не, топовые, не будешь, мне кажется, с мастерством, который в ЦЛК падает. С какого босса? Ой, с этого. С Вальки, по-моему. У кого есть энчант? У меня такие же валяются. А, да, вижу. Хватит. Короче, плюсаните первые, кому надо отдам. Бля, чё, дисконт? А, нет. Напиши дизурон, и пусть переименует сапоги на упоротых. Прикольнее будет. Тогда они внутри топовыми станут. Тут блокирование щитом есть, да, то. Которое не работает. Серьезно не работает, вот факт. Да все там работает. Сколько у тебя эскудайкер? У меня? Адба. Пять ка почти с тотемом, если с чем. А воронки вам не падали, да? Заметьте. Я как раз прожала гром, молнию и метка. Знак есть. Ждем патруль.